Доброе утро. Как дела? Мы уже проснулись, полежали сегодня, да, вылежались как положено. Сейчас будем готовить завтрак. Настюшу будем будить тоже. А Фирас у нас сегодня ночевал у Никиты, да? Мы скоро его будем вызывать, потому что мы едем на Дерибасовскую. Мы с девочками. А Фирас в Шаг едет, да. У него сегодня занятия. Поэтому пойдем завтрак готовить. А сегодня на ужин мы... На завтрак. На ужин. Мы оладушки будем готовить. Яна полностью все сделала сама. Да. Что тут нам надо? Для рецепта. Ну, мы уже рассказывали, но сейчас я еще раз расскажу. Сюда нужно яйца два. Два яйца. Сода. Одна ложечка такая себе. Нет, не ложечка. На кончик чайной ложечки соды. Да. Две ложечки сахара. Ну, три можно. Можно две, три, да. Они же сладкие. Кефир. Кефир, да, так наливаете, там пол стаканчика, ну, грамм 100-150. Да. И мука. Вы и мука. Ну, мы должны все размешать, а да. Потом уже муку. Муку, когда перемешиваете, смотрите такое, чтобы не было ни густой, ну, ни сильно жидкой. Ну, вот это, в принципе, нормальное. Да. Ну, и все, выжариваете. Да. И всем приятного аппетита. Сейчас я начинаю. Не, подожди, еще не разогрелась сковорода, поэтому ждем. Ой, ну, хватит тебе. Пришел Фирас, собирается в Шаг. Смотри, девочки уже тут. Это я фломастерами рисовала. Очень. Настя тут что-то вот. Посмотрите наводит. На меня. У меня богатые рюкзаки. Это мы вот с Дианой. Да. Я только мне прическу мама не сделала. Сейчас сделаю. Давай, Фирас, иди зубы чисти, поехали. Ну что, мы уже приехали. Старшенькая дочь. Я хочу с тобой. Музей восковых фигур. Ты еще не была? Нет. Я один раз была, когда-то давно, еще давно. Как? Ну как, я уже не помню. Никак. Тут, кстати, свадьба, вот смотрите. Невесты у нас сегодня. Суббота, поэтому, конечно, круто. О, боже мой, мои... Твои друзья, да? Твои друзья, вот мы сейчас их вон сзади. Это Настины друзья. Ужасно. Короче, один раз была история с Настей на Дерибасовской. Когда я гуляла сама с Викой и с Ксюшей, меня взяли, потрогали тебя не вот так вот за волосы. А потом на следующий раз, когда я гуляла тут... Ой, ребят, я сейчас буду снимать видео. Ну, поэтому... и да расскажи. А потом, получается, мы вышли точно так же с этого угла, как мама только что начала снимать видео, и сидели тоже 3 или 4 цыганки. И они такие, давай, девочка, быстрее иди, а то сейчас вырвем твой парик. Капец. Ребята, вы у меня тоже никогда не спрашиваете, у тебя парик или не да. Нет, парик? Ребят, а ну давай проверим, давай! Нет, у меня мои волосы. Ой, капец. Ладно, давай. Нет, спасибо. Машина есть. Настя снимает тут там какой-то клип или что, не знаю что, но что-то снимает. А мы с Дианкой тут вот идем. Диан, накинь рюкзачок. Дай мне тут тогда рюкзак, я буду нести его. Идем, Диан, а ты куда? Ой, Настя, ты куда? Там фонтан работает, пойдемте на фонтан. Ну иди вот посмотри. Сейчас возле оперного, и мы параллельно снимаем кое-какое видео тут с Настей. Да. Вы его скоро увидите на канале Нас Ведин. Ой, как вы думаете, какое это видео? Короче, она меня тут... Это в чей адрес такое, скажем, развод? В сторону мамы, да? Сейчас пофоткаемся здесь, возле фонтанов. Я вам просто хочу кусочек вот показать. Посмотрите, как красиво. Просто нереально. Где Настя там вот? Тут Дианка. Бегают. А с кем это Настя здесь разговаривает? С кем разговаривала? С Викой. Ви? Да нет, там дела. Она уже знает, что мы тут? Я ей говорила, что мы. Понятно. Посмотрите, какие пузырики мыльные. Я не такая
Красиво. Красота. Янка замерзла. Куча даже холодная. Мы сидим кушаем, а Диана тут околела просто. Ну, кушаем, кушаем мороженое. Да, Настя? Да. Настя вся деловая. Смотрите, как классно. Просто релакс. Вообще, что мне нравится, если честно, вот в... Сейчас. Вот, что мне нравится в прогулке утром или в обед, это то, что очень-очень мало людей. Как на Дерибасовской, так и на Приморском бульваре. Вечером здесь будет просто все забито. А сейчас вообще, ну, наслаждение, да, Настя? Вечером вообще протолкнуться нереально. Особенно, когда у нас вот тепло, погода суперская, людей просто. Как будто бы у нас туристический сезон, да, Настя? Ну, посмотрите, какой туристический вот едет прогулочный бусик, скажем так. Настя, под твою худи, кстати. У нас Настя рыба. Сейчас пойдем, у нас еще время есть. Еще немножко, и будем уже выдвигаться на Дерибасовскую. Сейчас мы уже подошли вот к Дюку. Да. Спасибо. Вот здесь вот Потемкинская лестница. Диана там еще доедает мороженое. Где найди урну где-то, найди мусорку где-то. Здесь, кстати, вот самокатчики. Ну, пойдем. А сколько время у тебя на часах? 11:01. Ладно, пойдем. Потихонечку, пока дойдем, что дойдем. Вику найдем. Короче, ребят, я такую поговорку. Да. Идем. Вику найдем. А, да, идем, Вику найдем. Настя, слышала? Говорит, идем, Вику найдем. Короче, ребят, гуляем, мы, значит, гуляем. И встретили Максимилиана. Всем привет. Диана. Диана, вы. Привет. Что, как дела? Отлично, у тебя. Так, мы уже здесь на Дерибасовской. Хочу вам показать, посмотрите, какие у нас установили вот такие вот огоньки. Красный горит, нам нужно стоять пешеходом. Сейчас загорится зеленый, и мы пойдем. 3, 2, 1. Вот, все, теперь можно идти. Та-дам! Очень удобно, а кстати, прикольно. А ну-ка, давай покажем, где красное. Ну, сейчас оно загорится, оно будет моргать сейчас, смотрите. 4. Вот, видишь, моргает. Сейчас будет красное. Все. Вообще больше нельзя. Движение запрещено. Осталось полчаса. А то мы еще полчаса мы можем подеребаться. Ты пойдемте туда на центральную эту дорогу. Еще 30 минут. А ты можешь идти на процедуры? Нет. Я с тобой иду. Значит, у нас вторая процедура карбонового пилинга. И мы работаем с кожей, мы выводим постепенно пигментацию. Это гормональная пигментация на лбу, как правило, она у женщин образуется после родов. И убрать ее не так просто. Карбоновый пилинг – это всесезонная процедура, которую можно делать круглый год. Он довольно-таки легкий, поверхностный, но работает он очень хорошо. Для того, чтобы убрать такого рода пигментацию, нужно провести не одну процедуру. Чем хорош карбоновый пилинг? Он хорошо выравнивает текстуру кожи, цвет, убирает поверхностные морщины, расширенные поры, регулирует выработку кожного сала и, естественно, постепенно осветляет пигментацию за счет того, что он как бы счищает верхний слой старых оранжевелых клеток, а новые в зернистом слое вырабатываются, подталкиваясь наверх, обновляют кожу. Кожа, естественно, постепенно светлеет. Также обязательно нужно пользоваться хорошим домашним уходом, это немаловажно, для того, чтобы поддержать результат процедуры и сохранить эффект как можно надольше.
Но гормональную пигментацию вывести не так-то просто. Но все-таки нет ничего возможного. Поэтому скоро у нас будет хороший, красивый результат. Да, и мы будем красивые. Конечно. И снова мама у нас на процедурах. Да, у мастера. Я доктор. Доктор. Я врач-эндокринолог, косметолог. Маму мы делаем сейчас красиво. У нас вторая процедура карбонового пилинга. Мы хотим, чтобы наша мама оставалась молодой, красивой. Чтобы кожа ее сияла. Так, короче, мам, ты делай свои процедуры, а мы пошли. И опять я у этой. Второй кадр опять здесь. А мне куда заходить? А, можно? Такси подано. Здравствуйте. А это мне? Вы нас ждали? Очень сильно. Вы нас ждали? Мам, мы спустя месяц и три недели поиграли в игру и создали. Ничего себе, молодец. А есть там дома пепси? Есть. Тогда буду дома. Хорошо. Так в пакет кинь. Зачем ты будешь в руках его вести? Кинь в пакете, пожалуйста. Диан, держи. Они будут два рядом, будут тепленькие. Как дела? Собираемся во двор на вечернюю прогулку. Там уже стемнело. Я, кстати, сегодня в новом свитере. Это свитерок, который мне подарили на день рождения. Детки, да? Детки не слышат? Да. Да? Ну, где она? Что, мам? На улицу идем, что? А, понятно. Понятно. Так, ты одеваешь куртку, которую подарила тебе Лиза. Слышишь? А, Диана, я упаду, так что ж ты делаешь? Вот, потому что не знаю. А что, ты не падаешь, когда я тебя беру на руки? Ой, ты мне. Настя, ты идешь или нет? Настя с нами не гуляет. Да. Поэтому а я верю. А мы отправляемся. Мы сейчас еще Фираса заберем, потому что Фирас тоже побегал и пришел, вернулся домой. Фирас. Быстрее. Фирас. Пошли. Опять? Не, ну если тебе что-то не нравится, садись еще делать, там у тебя задание есть. Школьные. Опять. Все, вообще каникулы сейчас начались. Вообще, погоды у нас очень теплые. Мне кажется, только на улице надо сидеть. Пошли. Идем, вставай. Выключай телефон. Бежим. Все, пойдем. Настюха! Отдайте мне пакет. Отдайте молодой человек пакетик. Да. Настюха! Где Настя? Купается? Купается. Заходи в кухню. Мы выехали уже с Макдональдса. Вот наш заказ. Один пакет. Второй пакетик. Это те, кто не кушает на ночь. Это Настю надо, конечно, заставляет вот нарушать диету. Все, едем домой. Да. Кушать Макдональдс. У Насти на канале вы узнаете, почему у нас на ужин Макдональдс, да? Да. Давай, помощница, разбирай. Угу. Это кому? Не переворачивай, ты сейчас вывернешь все. Фирасу, да, наверное, потому что... Покажи, это что? Это какой-то как бы новый. Это новый какой-то. Это да, нет, это не Фирас, я не знаю, кто это заказывал. Смотрите, тут такая вот двойная котлета, куриная котлета, вот двойная. Тут, конечно, огроменный бургер такой, просто гигантский. Кисло-сладкий. Ой, ну с Дианой перешла на кисло-сладкий соус. Так, что тут? Вот твой. Дианка в последнее время любит чизбургеры у нас. Сейчас. Ты будешь испаковать. Давай. Картошечка. И это точно маме. Это, кстати, Биг Мак. Да, решили сегодня покушать Биг Мак. Это Фирасу. Это всем Биг Маки. Фирасу, папе, Махмуду, кто там что, не знаю. Биг Мак. А ты что? А, ты вот этот Биг Бургер себе взял. Рука не поломается? Все нормально? Короче, вот так вот у нас ужин сегодня. Благодаря Насте мы вот у нас такая, да, как говорится, нарушаем режим. Угу.